Год. Год сидишь? Ну, начиная с Тихого Дона, ну, я месяц побыл в Москве. Сделал там какие-то дела. И сюда, пока люди еще не разбежались. Все местные, чем среда обитания моего театра, да, где-то вот такого плана, понимаешь? И подбирал просто людей, смотрел, с кем работать. Этот стригунок твой, вас теперь двое. Будет он тебе и дружок по детству, и товарищ по жизни верный. Пока он дитё, подросток, но с первого дня должен ты, сынок, доверие у него заслуживать. Ежели верить конь казаку будет, никогда его не предаст. Ни в бою, ни в походе. Имя? Александр. Фамилия? Кличка? Имя? Никита. Имя? Никита. Фамилия? Щебуняй. Кличка? Донь. Егонь. И нос у нее сесамский. Это чего ж ты так духом пал? Казак, ежели духом пал, считай, совсем пропал. Бог не без милости, чего зря лырничать? Казака от кручины воинское дело лечит, он мне порт боевой порядок. Служим мы верно в походе и сражении. Да привези его нам живым. А если привезешь его раненым, то все равно низко поклонимся тебе. Спаси Христос, спаси Христос, спаси Христос. Белая на всю.